По сохранившимся архивным документам очевидно, что в начале 19 века в селе Арметово Стерлитамакского уезда во время полевых работ местные крестьяне стали очевидцами редкого атмосферного явления. Внезапно небо закрыло огромная туча и посыпались крупные ледяные градины. Когда они растаяли, внутри оказались необычайные камни, похожие на старинные монеты. Толстые в середине и сужающиеся по краям, они пересекались радиальными полосами правильной формы. Рисунок очень походил на крест. Священнослужители назвали это явление знамением Господним. Из-за этого и родилась легенда о метеоритном происхождении камней. Однако после исследования арметовских находок ученые пришли к единодушному мнению, что к метеоритам градовые камни никакого отношения не имеют. Сегодня есть несколько версий. Камни мог захватить где-то вдали от этих мест смерч, и они выпали в Арметово вместе с градом. По другой версии, камни местного происхождения, просто их вымыло из почвы сильным ливнем. С точки зрения геологии, это минерал гетит. Это подтверждает и результаты рентгеноструктурного анализа, который мы провели ранее совместно с Уральским горно-геологическим агентством. Некоторые исследователи определяют его как липидокракит. А как бы то ни было, мы с вами видим минерал, который представляет собой гидрокисел железа, широко распространенный в земной коре. Отметим, что недавно геологи-изыскатели обнаружили в этих краях залежи железных руд. Возможно, именно они и стали причиной возникновения этой геологической загадки. Как бы там ни было, градовые камни местные жители находят и по сей день. Мы школьниками были еще вот на этих землях. Вот мы из школы выходили, нас преподавателями собирали вот эти камни. Есть она везде, вот и что в Верхнем Арметове, что в Нижнем, на наших полях, в огородах, вот эта руда, вот эта, как она называется, есть. В местной школе хранится целая коробка с артефактами. Кстати, 117 таких камней до сих пор находятся в хранилищах Метеоритной комиссии Российской академии наук. Несколько экземпляров есть в учебно-научном геологическом музее Башгосуниверситета и в Башкирском геологическом музее. Нам повезло, мы его нашли. По предположению, это гидрокисел железа, который возникает при разрушении железосодержащих руд. Однако почему и как попали эти камни в окрестности деревни Арметово, эту загадку еще только предстоит разгадать. Рустам Сироздинов, Башкирское спутниковое телевидение.